Всем привет, автосалон Амода. Давайте посмотрим, что есть в наличии, какие цены. Итак, у нас Амода S5, бензиновый турбомотор 1.6, робот 7-ступка, привод, понятно, передний, объем багажника 482 литра, 150 лошадей, разгон до сотни 7,5 секунд, расход топлива смешанный 6,9, комплектация Neo 1.6 DST, доп. Защита картера, радиатора, комплект брызговиков, ковер багажник, комплект напольных ковров. 2 812 900 стоит машина, и с учетом всех выгод 2 319 900, ну то есть практически 500 тысяч скидывается, да? Выгода при условии сдачи автомобиля клиента по праве кредит 250, а также выгода при условии покупки автомобиля в кредит 190, ну и так далее. То есть это все надо опять же звонить, уточнять. Тонировочка имеется, черные зеркала. И удивительно, что здесь люка нет. Смотрите, такой вот кожный салон с перфорацией. Вставки эти оранжевые, тоже красиво все это, да? Такой пухлый руль. Ну и, соответственно, здесь все отделано мягким. То есть не хотите обычный седан с вариатором, пожалуйста, вот вам с более мощным мотором и роботом. Хотя, в принципе, обычный седан тоже идет при топе и топе с роботом. И более мощным мотором. Там только, по-моему, одна комплектация идет с вариатором. Это база C5 ВД Амода. Датчики парковки. Ну, вот такие черные диски. И тут у нас пластик в арках. Полосочки хромированные. Ну и тут, видите, ни хром, ничего. Зато здесь снизу вот почему-то глянется. Большой такой экран переходящий, да, мультимедиа в приборку, подсветка, смотрите, по кругу идет, такой селектор, подрыв сидений, все имеется, и место для двух телефонов. Ремни по высоте регулируются, опять же имеется люк, куда без него. Давайте смотреть, сколько стоит такой автомобиль. Итак, C5 ЛВД. Бензиновый турбомотор 1.6, робот, 7-ступка, привод полный. Так, и допы стандартные уже. Цена машины 3 374 900, со всеми скидками и выгодами 2 529 900. Но опять же, это нужно все звонить, я потом под роликом телефон и адрес выложу, почитайте, посмотрите, что кого интересует. Ну что здесь? Беспроводной Apple CarPlay, Android Auto, полностью светодиодная оптика, комплекс систем активной безопасности, ADAS, дистанционный запуск двигателя, ну вот такое. И комплектация это у нас Supreme, адаптивный круиз, цифровая панель переборов, 2 по 10-25 дюйма, вентиляция сидений. Вот такая вот Амода C5 полноприводная. И вот еще, смотрите, двухцветные диски, черный с красным. Тут еще красная полоска, и тут тоже выделено, видите, как вставка такая, и при этом черные зеркала. Понятно, что дисковые тормоза, тут же видите, резина какая стоит. Ну, собственно, вот так все. Знаете, поморгало, все открылось. Ну, достаточно вместимый багажник. Полочка съемная, при желании можно снять, почистить, помыть. Тут розетка, подсветка, все это имеется. Здесь что? Да, полноценная у нас запаска, хорошо. Тут еще какой-то органайзер, что-то. Он и как шумка. Где тут у нас кнопочка? Закрываем. Подсветка номера, камера. Все это присутствует. И вот так все это, видите, горит. Что здесь? Тоже, видите, у нас фоновая подсветка имеется. Кожаный салон, подстаканники, руль. Видите, какой пухленький. Кнопка запуска двигателя. Здесь все отделано мягким. И вот такие вот сидушки. Сзади три подголовника. И там еще, видите, у нас подлокотник имеется. Ну, в общем, все, что вам нужно. Подрыв сидений имеется. И так далее.
круговой обзор. Ну, в общем, опций много, опций много. Давайте посмотрим, сколько стоит такая машина. У нас актив комплектации 1.6 DST, 3 257 900, и получается с учетом всех выгод 2 409 900. Ну то есть 2.4 миллиона, если со скидками все получится, да, вот такая вот машина. Ну честно говоря, а привод, по-моему, здесь передний, да? Сейчас еще раз. Нет, привод полный, смотрите, привод полный. Вот такая вот машина за 2.4, если выхватить, как считаете? Нормально будет такой вариант покупки? Ну а если вы хотите купить такую или иную новую машину выгодно, то обязательно заходите на сайт автоспот.ру. Тут собраны все предложения от официальных дилеров, сразу со всеми скидками, акциями и предложениями. Вам не нужно ездить по всем автосалонам, смотреть, какая комплектация, какая машина, у кого есть, у кого нет. На сайте вы сразу видите именно те предложения, что стоят в данный момент у дилера. А чтобы зафиксировать за собой скидку, вам достаточно выбрать марку, модель, цвет, комплектацию, вбить номер и телефон. Все. За вами машина бронируется, с вами связывается менеджер, обсуждаете детали сделки и едете забирать автомобиль. Все просто, а сайт бесплатный. Пользуйтесь, ссылку оставил в описании. G7, ну почему-то вот эти машины, они стоят в одном салоне, так решила Амода. JQ G7, каска в подарок уже идет, объем багажника 412, 186 мотор, 275 ньютон-метров, разгон до сотни 8,9, смешанный расход 8,2, бензинотурбированный мотор 1.6, робот 7-ступка, привод здесь передний. У нас ультимейт комплектация 1.6 турбо, 19-литровый диск, климат-контроль 2 зоны, большой сенсорный дисплей 13,2 дюйма, цветной экран приборной панели 10-25, система кругового обзора, ну и так далее. Почитайте, беспроводная зарядка. Смотрите, 3 612 900 стоит эта машина, и 2 929 900 стоит она со скидками. То есть скидывает практически 700 тысяч. Опять же, нужно смотреть. Если я правильно помню, есть еще опции, вернее, эти комплектации чуть-чуть подешевле. Смотрите, у нас такие ручки, вот такие диски двухцветные. Сажусь, запиликал сразу все. Только вот пухлый руль. Все вот так. Надо тоже как-нибудь покататься на тесте. Видите, у нас тоже подсветка, мягкий здесь верх, и тут что, огромное такое зеркало, подсветка все присутствует. Ну и, собственно, вот такая вот стильная, да, ручка этот рычаг. Все здорово, беспроводная зарядка. Вот так на стиле тоже, да, все сделано красиво, несколько необычно. Но, опять же, повторюсь, все вот это стоит больших денег. То есть тут, ты понимаешь, еще куча всяких электронных помощников и так далее. А есть младшие комплектации, вот, по-моему, вот там, сейчас пойдемте посмотрим, машина будет стоить изначально дешевле. У нас, знаете, написано Sony, это тоже, опять же, все, деньги стоит. Тут у нас все вот так, электро. Ну и тут, вот, видите, подсветка это, все тоже отделано мягким, и тут, три подголовника, все вот так, с люком. Еще раз, сколько стоит эта машина, давайте посмотрим. Ultimate 1.6 Turbo, 3 612 900. Давайте посмотрим, сколько это стоит машина. Вот, это уже, знаете, дешевле. Там 3 612, это стоит 3 449 900, и, соответственно, с учетом всех выгод 2 759. То есть вот это уже цена, когда более такая приемлемая, а машина тогда осталась такая же здоровая, как и эта. Здесь тоже привод будет передний, багажник такой же, разгон до сотни 9,4, мотор такой же робот и так далее. Единственное, что здесь уже сразу видите 18 колеса, там 19, соответственно, и чуть-чуть все это дешевле. Опять же, получается, что, может быть, какие-то здесь нету
опций, нет каких-то опций, знаете как, и сразу чуть-чуть машина дешевле. А дальше возникает вопрос, а нужны ли, допустим, вам такие опции? Вот смотрите, со скидками вот такую выхватить, да, за 2,7, почему нет? Сейчас со скидкой новый Атлас предлагается за 2,8. Ну, в общем, там, правда, и мотор помощнее, тут 186 лошадей, там 200 лошадей. Как-то вот так. Все надо, опять же, сравнивать, смотреть, где, чего, как и куда, и так далее. Ну вот, знаете, у нас классический такой седанчик, катался я на таком, у нас тут вариатор. Ну что вам хочу сказать, достаточно такие интересные настройки, то есть чуть-чуть на гашетку нажимаешь, вух, она уже рвет аж под себя, при том что здесь моторчик то всего 113 лошадей, понимаете как. Ну вот я не знаю, и достаточно машинка шустро едет для стольких-то лошадей. Такие вот диски двухцветные, хром только снизу, и имеется люк. Смотрим. Нет, здесь 147 лошадей, но я катался, и тоже вариатор, а я катался вот, которая машина совсем-совсем базовая, и там тоже вариатор, но 113 лошадей. У нас ультракомплектация, 1,5 мотор, 2,600-4,900, за 2,200, если со скидками получится ее забрать. Такое вот дело. Но опять же, разговаривал я с людьми, то есть, допустим, здесь тоже вариатор, видите, у нас еще эта подсветка, и, в общем-то, с турбомотором вариатор, скажем так, вынужден шевелиться шустрее. Так, смотрим. Амода C5. Привод передний. Ультимейт комплектация. 1,5 мотор. Вариатор. 3 047 900. Ну, то есть, да? С учетом всех выгод, 2 269 900 стоит вот эта машина. Ну, как хотите. 18 колеса литые, адаптивный круиз и все остальное. Такие вот дела. Давайте чуть-чуть посмотрим. И опять же, смотрите, да, тут вам уже и черная крыша, и вот такие вот. То есть со всем вот этим машина стоит дороже. А, по-моему, еще есть комплектация, где вот этого нет. Это, по-моему, все как дополнительно идет. Типа вау-эффект за доп. Оплату. Без этого всего машина будет еще дешевле. То есть, опять же, все это надо уточнять, звонить и как бы вот интересоваться всем вот этим. Куча камер тоже. Ну и сколько здесь. Да, тоже, смотрите, сзади три подголовника, подлокотник. Коричневый у нас салон с перфорацией. Тоже фоновая подсветка. Два таких экрана, видите. Кнопку запуска. Но просто привод передний все. Соответственно, машина дешевле. И имеется, видите, у нас разъем. Ну что, посмотрим мы с вами цены. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.